Давайте, ребята, проедем максимальное расстояние на машинке. Будем не спеша ехать аккуратненько. Попробуем 500 метров здесь проехать. Надо немножко совсем. И мне тут какой-то подарок дадут. Типа якобы сундучок какой-то. Так, 300 метров осталось доехать. Но мы проедем. Смотри, 200 метров всего лишь каких-то. Я думаю, это немного же, да? Так, главное аккуратно, не спеша ехать, чтобы не врезаться. 100 метров осталось. Так, сейчас проедем. Если я на автобусе проезжал, то я на машинке проеду без проблем. Так, бензинчик берем. Тихо. В смысле? Чуть не сдох. Чуть не сдох, ребята. Давай. Есть! Сундучок собрали один. Еще 400 метров, и еще новый сундук будет. Эти сундуки мне нужны. В сундуках, ребята, деньги лежат. Конкретно причем денежки? Конкретные. Так, это что только что было? Не понял. Да, до следующего сундучка, ребята, 380 метров. А что-то я не могу проехать. Я аж переворачиваюсь назад. Ну, смотри. Ну, фигня какая-то. А как я раньше доезжал? Чё-то понять не могу. В смысле? Чё она переворачивается? Машинка, чё с тобой? Ты чё, заболела, машинка? Ты чего, а? Давай. Есть. Так, 100 монеток там. Не знаю. Просто так, 100 монеток дали. Ой-ой-ой, нет, башкой! Да почему я здесь постоянно разбиваюсь-то, ё-моё. Ладно, давайте посмотрим, сколько нам монет дадут. 1400 монет. Это очень даже хорошо. Много чего дали. Новинки, зимние шины. Я еще один алмазик дали. Давайте, ребята, поедем теперь в лесу. Да, на этой машинке поедем. Поехали. Надо нам проехать как можно больше. Ну, будем проезжать. Нам не хватает еще практически 4000 монет. И мы откроем с вами новую трассу. Новую трассу откроем. Называется горы. Кажется, горы. Уже не помню. Так, скоро нам... О, мешочек с деньгами. Давай. Сколько? 100 рублей. 100 рублей. 100 монет. Ладно, а у нас, ребята, задание... знаете, какое? Нам нужно взять... сундучок. 150 метров. И будет сундучок лежать. Который мы с вами, ребятушки, откроем. Посмотрим, что там лежит. Я еще пока не знаю. Но, думаю, много монет. Которые мне нужны для открытия новой трассы. Едем. Давай, пожалуйста. Еще немножко. Хорошо. Блин, я не могу заехать. Нет. Да в смысле я разбился? Я же здесь проезжал. Что становится с машинкой? Я вот это понять не могу. Так, заходим в лес. Дальше. Детали нажимаем. Что это такое? Ускоритель приземления, силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. А что за фигня? А, вот это что такое? Зимние шины. Ага. Повысить 2400. Бесплатно. Ну да, рекламку. Посмотрим сейчас рекламку туда. Посмотрел. Поставил. Теперь будем смотреть дальше. А как будем ехать? У нас с шипами машинка. Я не знаю, как она будет ехать тут в лесу. Ну, проверим. У нее еще амортизатор я поставил. Да, но ее все равно катит. Катит, толкает что-то назад. Ну, вроде бы неплохо едем. Не знаю, получится или нет. Проехать подальше немножко. Ага. Теперь я немножко стал понимать, что к чему. Опа, смотри какой. Нормально, не разбейся только. Все окей. Так, монетки пошли. Нам главное проехать немножко дальше, чем мы обычно проезжаем. И не разбиться. Так, автобус, смотри как рванул-то вперед, а. Прикольно, молодец автобус. Опа, давай, еще немножко. Нет, смотри. Не смог я здесь ничего сделать. Угу. Значит, меняем. Какие-то здесь детали у нас есть. Это убираем. Так. Прыгните в воздухе. Это тоже нам не надо. Так, это что такое? Стартовый ускоритель при старте. Давай возьмем.
Такая открыли для планирования в воздухе. Магнит. Собирайте топливо монеты с помощью большого радиуса. Вот давай его поставим. Проверим. Такая это у нас ускоритель фляг. Ускоритель мощности после успешных переворотов. А, вон оно что. Ускоритель мощности для колес. Не, давайте его поставим. Так, этот отменяем. Вот этот поставим. Все. Поехали. Посмотрим, как мы будем на такой машинке ехать. Получится далеко ехать или нет? О, смотри. Реально ускоритель для колес. Да, когда мы, ребята, на одном колесе едем, он ускоряется. Наверное. Сейчас проверим. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ладно, вонючка. А что у нас этот магнит, работает или нет, алло? Да, притягивается магнитиком. Это хорошо. И ускорение работает. Надо только понять, как оно... Блин, как им вообще пользоваться ускорением, да. А это, наверное, не очень полезно для снижения сальто. Хорошо. Давай попробуем в лесу. В лесу прокататься. Покататься в лесу. Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Оно только срабатывает, понял? Я когда мы на одном колесе едем или нет? Чуть не знаю, как оно включается, это ускоритель для колес. Ну да ладно. Не знаю как, чувакова. Ну ладно, посмотрим. Но магнитик работает, главное. Главное, работает магнитик, а это уже хорошо. Опа! Давай-давай, аккуратненько. О! Так, мне бы здесь ускорение не помешало бы. О, немножечко помогает. Как хорошо. Придумал же кто-то, а? Такой ускоритель поставить. Тихо-тихо, колеса маленькие еще, видишь? О, еще и застряли. Прикинь, мы реально застряли. Ёшки-маташки. Так, давай, ладно. Повтор делаем. Повтор переиграем. Еще раз попробуем съездить. На нашей машинке вонючки. Не знаю, как там работает ускоритель. Но магнитики хорошо работают. Все, едем, едем, едем. О. Не знаю, ребят, напишите в комментариях, как вообще этот ускоритель работает. Что нужно делать, нажимать, чтобы он срабатывал, этот ускоритель. Оп-оп-оп, аккуратно падай. Ой-ой-ой-ой. Едем. Так-то мне машинка эта нравится. Колеса у нее красного цвета. Так же, как кепочка. Красиво смотрится. И магнитик очень такой, кстати, прям. Если он вообще, этот магнит, прокачивается, можно будет еще прокачать. Нет, разбились мы. Да, нехорошо разбились. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы играем Killsoft Steel. Давайте разблокируем нашу новую карту. Я хочу разблокировать ржавый риф. Следуйте таинственно затонувшие глубины ржавого рифа, сделайте глубокий вдох. Ох ты, все, мы его разблокировали, ребята. И давайте попробуем здесь погонять. Давайте возьмем автобус. И погоняем на автобусе. Ага, мы в таком большом пузырике. О, слетело у нас сразу же. Автобус. Ой, что-то автобус ломается. Еще и разбился, да ну нафиг. Что это за сложный такой уровень, ё-моё. Давайте еще раз попробуем. Офигеть, вот это я открыл, а? Что за ржавый риф такой, а? Сложно, оказывается. Значит, здесь не надо спешить. Не будем спешить. Потихонечку будем ехать. Аккуратненько. О-о-о! Там, где я разбился, я здесь, ребята, проеду. Ох, нифига, проехал я. Почему так разбивается сразу, Алёшки? Да, открыли мы этот риф. Он очень сложный, оказывается. Да, будем не спеша тогда ехать. Спешить некуда, потому что здесь вообще такие скорости развиваются. Я не знаю, почему. Ну, примерно я представляю, почему. Потому что здесь... спуски огромные. Большие, ребята, спуски. О, смотри, я перевернулся, но все еще пока на коне. Ладно, давайте. Давайте проедем хоть немножко.
Соберем монеток. Да. Тяжелый, тяжелый риф. Опа, вот воздух. Ой, как тяжело, тяжело подниматься. Ну, мы поднимаемся. Так, бонус мне дали 1000. Да, такие спуски здесь большие. Нужно аккуратно ехать. Опа, а интересно, этот пузырь, он, если кончится, то что будет? О, нифига, что за что за фигня вообще, алло? Что за камень, а? Какой тяжелый уровень.